В Ульяновске закрылись все газетные киоски. Большинство горожан крайне недовольны такой ситуацией. Теперь им негде покупать свои любимые газеты и журналы. Но вообще часто покупали газеты, потому что газета – самое удобное место в киоск «Союзпечать». Потому что мы покупали и местные, и спортивные постоянно. Аргументы и факты все время. Конечно, отрицательно. Надо читать всегда. Вы часто газеты сами покупали? Не только покупал часто, а выписывал постоянно. Плохо. Где покупать-то? В магазине. Я не знаю, почему их убирают. Понятно. Я отрицательно отношусь. Потому что все-таки люди приходили, я сама покупала здесь журнал, газеты. Поэтому я не знаю, почему закрываются. Плохо к этому отношусь, а Роспечать нужна. И они обязательно должны быть, мне кажется, как и раньше. Приходится теперь заходить на почту, потому что старшее поколение все-таки привыкло читать прессу на бумажном носителе. К сожалению, разговаривала с киоскером вот на Гагарина. Она говорит, у нас брали и батарейки, и всякие фломастеры для детей. Все было быстро, удобно. Так как один собственник решил просто зачеркнуть эту продукцию, я не знаю, город как смотрит на это. Резко отрицательно, потому что пресса нужна всем, все, кто вокруг читает газеты и прочее, прочее. Мы недовольны, удивлены, недовольны. Часто покупали, да, газеты? Конечно, постоянно. И программы, и такие газеты «Курьер», «Молодежка» и прочее, прочее. Газеты покупаю очень редко. Время современное, поэтому... Повода ничего сказать конкретного не могу.